Всем привет! Продолжаем рассматривать работы художников, скульпторов, текст по книге «Великий музей мира» «Ортостат» с изображением бога неба и грозы. 847 год до нашей эры, базальт 135/65. На этом рельефе, представляющем искусство древних хеттов, показан бог неба и грозы. Отличительная черта хетской манеры изображения – характерные миндалевидные глаза очень большого размера. Ортостат являлся частью скульптурного оформления наружных ворот замка Самали. Сейчас это город Инджирли на турецко-сирийской границе. Ворота обнаружили в 1882 году. Больше половины найденных плит были украшены рельефными изображениями. Очевидна разница ассирийского и хеттского искусства. Данный рельеф выше, линии не столь изящны, количество деталей меньше, общая обработка поверхности более простая. А в портрете другой этнический тип. На гладком фоне отчетливо выделяются символы божества – молнии, кинжал и ритуальный топорик. Обращает на себя внимание традиционная для хеттов декоративная обработка кромки уха. Вот такое описание я нашел в книге «Великие музеи мира. Ортостат» с изображением бога неба и грозы. Пока-пока, до свидания.